Привет уральцам, привет, дорогая наша, уважаемая Алия Абулхаирова. Мы знаем, что у тебя сегодня суд, мы тебя поддерживаем. Я тоже хочу повториться как Жазира. Мы знаем, что тебя судят за твою активную позицию. Вот. Мы тебя поддерживаем, но я еще хотела обратиться к уральским активистам. Понятно, что мы все люди, кто-то может быть не ладить с кем-то, но в такой ситуации вы можете показать, что либо вы индивидуалист, либо вы как общественник, который можете помочь Алие. Я вас очень прошу, пойдите и поддержите. Также я прошу Аскара Шайгумарова, потому что как бы Аскар даже алматинских активистов снимает, там пиарит. Ну уж Алия у вас там под носом, помогите ей, пожалуйста. Ребята, можно сказать, там Бакиза, да, Алия вот такие ярые активистки. Поэтому, Алиюша, держись, Алмата с тобой. Дорогая Алия, у нас в Алма-Ате весна, очень тепло. К большому сожалению, мы не можем приехать и поддержать тебя на суде. Но поверь, что Алма-Ата и алматинские активисты, мы все тебя поддерживаем и знаем, что тебя преследуют за твою гражданскую позицию. Мы с тобой, Алия, мы рядом.